каково управлять таким нарядным троллейбусом? Очень здорово, люди смотрят, улыбаются, фотографируются, им безумно нравится. Хорошее новогоднее настроение. Яна Шешина – одна из немногих счастливчиков, которые в декабре будут управлять новогодними машинами. Всего на улице города выйдет 4 таких собрата, по 2 на каждый маршрут. Прокатиться на праздничном троллейбусе можно с 4 и до 9 утра, во второй половине дня с 5 вечера и до возвращения в парк. Украшены они, значит, новогодними там бегущими огнями, дождиком вот этим, значит, электробезопасный, специально приобретенный. По этому вопросу все эти, как говорится, украшения на 24 вольта, то есть электрокобезопасные для населения. Да и на дороге не заметить такого светящегося от радости железного коня просто невозможно. Тут же закрадывается мысль прокатиться. Троллейбус украшен только снаружи, и это не случайно. Все ради безопасности пассажиров. Но даже несмотря на это, ехать на нарядной машине – одно удовольствие. Вы заметили, как классно украшен троллейбус? Да, все очень красиво, приятно ехать, все очень красочно. На этом сюрпризы от троллейбусного парка не заканчиваются. 19 декабря во время шествия Дедов Морозов салон транспорта украсит дополнительно. За руль сядет главный новогодний волшебник, в салоне вместе с пассажирами прокатится Снегурочка. Из колонок лучшие праздничные мелодии. Старт от улицы Интернациональной в 15:00. Максим Кимбель, Максим Галионко, Бобруйск, 360.